Сейчас расскажем и о других событиях. Наш выпуск продолжит рубрика «Городские новости» короткой строкой. В Воткинске начался прием документов на государственную награду республики «Знак отличия. Родительская слава». Этим знаком награждаются родители 5 и более детей. Обязательными условиями являются отсутствие судимости родителей и детей и несовершение ими антиобщественных действий. Награждение проходит в канун Международного дня семьи. Документы принимаются в администрации города в 103-м кабинете. Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» состоится в Воткинске 27 февраля. Взрослым придется пройти через металлодетектор, заполнить бланки, оценить контроль на экзамене и так далее. Сдавать ЕГЭ родители будут в щадящем режиме не 210 минут, а 60. Площадка для проведения ЕГЭ для родителей выбрана школа номер 6. Начало в 10 часов. Принять участие в акции могут все желающие. 24 февраля в Сарапуле прошел республиканский турнир по борьбе дзюдо, посвященный Дню защитника Отечества среди юношей и девушек 2006-2007 годов рождения. Юные спортсмены школы самбо и дзюдо БИСК Воткинского и Удмуртского кадетского корпуса в упорной борьбе заняли 3 вторых места и 2 третьих. Тренируют ребят заслуженные тренеры Удмуртии Александр и Виктор Бобровы. Еще больше новостей ищите на городском портале воткинск.нет. Там каждый день новая и полезная информация для вас.